посмотрим на его пример. Let's look at his example. О нем сказано вот в пророчестве у Исаии, 53 глава, 7 стих. In prophecy in Isaiah 53 it says about him. Очень интересные слова. Interesting words. Когда как раз вот об этом дне, ну не само воскресенье, а когда его распинали. Speaks about this time when he was crucified. Он истязуем был. He was oppressed. Но страдал добровольно. And he was afflicted. И не открывал уст своих. Yet he opened not his mouth. Как овца веден был он на заклании. He was led as a lamb to the slaughter. И как агнец пред стригущими его безгласен. And as a sheep before its shearers is silent. Так он не отверз уст своих. So he opened not his mouth. Первое, это добровольно. First of all, it's willingly. Кого-нибудь из вас могу я схватить и потащить? Can I force you anyone? Никого. No. А Иисус тащит кого-нибудь? Is Jesus forces anyone? Никого. No one. Он только ждет добровольцев. He is waiting for people who come willingly. Поэтому он предлагает. He's offering. Если хочешь быть спасен, если хочешь быть совершен, хочешь? If you want to be saved, if you want to be perfect, if you want. Тогда следуй за мной. Then follow me. Это первое. That's the first thing. Второе, что мы видим, что говорится, что он был пред стригущими безгласен. Before his shearers silent. Я не знаю, задумывались ли вы над этим словом, над этим выражением. Have you thought about this expression, this word? Я задумался, я думаю, как же он был безгласен, он на улице все время говорил. So how was he silent? He was speaking all the time on the streets. Он все время проповедовал в синагогах, все время в храме. Preaching in the temple and synagogues all the time. Я могу сказать, у него уста не закрывались, правда же? His mouth was open all the time. И вдруг он был безгласен. And says it's silent. И вы знаете, Бог показал очень интересную вещь, слово «перед стригущими». And it, God showed me what it means before its shearers. Знаете, какое для нас огромное искушение. Great temptation for us. Оправдываться. To justify oneself. Я думаю, для всех нас. Не найдется человек, который скажет, для меня это безразлично. There's not such a person who says I don't really care about that. Каждому хочется оправдаться перед другими, кто обвиняет. Everyone wants to justify oneself if being accused of something. Оправдаться перед теми, кто осуждает. Justify oneself before those who accuse. Оправдаться перед теми, кто обличает. Сразу нет, я не виноват, это вот это потому-то. Justify oneself when somebody rebukes you, saying no, because of this, this and that. Мало кто станет принимать обвинения молча, кротко, смиренно. Not many will accept the accusation in silence and humbleness. В натуре человека есть такое качество – себя оправдывать, себя защитить. It's human nature to justify yourself, to defend yourself. То есть заступиться за самого себя. To step in for yourself. Но вот Иисус сравнивается с агнцем. Here Jesus is compared with the lamb. Которого ведут на заклане, он молча идет. Who was led to slaughter and is walking silently. Добровольно. Willingly. И которого судят, осуждают, клевещут, наговаривают. He's been condemned and judged and slandered. Он безгласен. And he's silent. Принимает это и все обвинения молча. Accepting all the accusations silently. Вы знаете, сегодня я рассуждала и думала, да. Today I was thinking. Гвозди – это наши грехи. Yes, the nails are our sins. Наш грех его прибил. Our sin has nailed him. Убил. Killed him. Но истязуем был он. But he was oppressed. Это наши клеветы. Is our slander. Это наговоры. Is lies. Это ненависти. Hatreds. Это все то, что было разорвано его тело. Вот это рвется и душа человека. All the things that tore apart his body and the soul has been torn. Итак, давайте мы с вами посмотрим, кто же такие эти стригущие? So who are these shearers? Перед кем он был безгласен и что за пример для нас? Before whom he was silent and what does it an example for us? Вы знаете, кто такие были стригущие? Его братья. His shearers were his brothers. Его братья фарисеи. His brothers Pharisees. Они были стригущими. Что это такое? They were the shearers. What does it mean? Те, которые постоянно ходили рядом с ним и для какой цели? Those who constantly were walking next to him for what purpose? Не для того, чтобы научиться. Not to learn. Не для того, чтобы что-то услышать ценное, драгоценное от уст Бога. Not to hear something precious from the mouth of God. Но понаблюдать за ним, чтобы в чем-то его уловить. But to observe him and to find some kind of fault in him. Где-то найти его ошибку, уличить в чем-то. To find a mistake and accuse him of something. Стричь. Это открывать наготу. To shear means to review nakedness. Представьте себе овечку, обросшую шерстью, да? Видели когда-нибудь? Full of whatever coat she has. И после стрижки, вот такая худенькая. And after it's been sheared, голенькая. Very small and naked. Вот это называется стричь. That's what it means to shear something. Оголять. To remove the наготу. Cover.
to show nakedness. Это с этой целью ходили фарисеи. That's what Pharisees were walking around. Постоянно хотели его искушать. Constantly were wanted to tempt him. А как сейчас ответит? How will he answer now? А ну-ка, как сейчас поступит? What will he do now? Это очень часто происходит и с нами. It happens a lot to us. Но он перед ними But before, был очень мудр. Them, he was very wise. Он нигде не оправдывался. He never justified himself. Хотя постоянно они его искушали. Но он истолковывал свои поступки. Although he was constantly tested by them, he always explained his actions. Для тех, которые стояли рядом. For those who were around. Он знал, что эти никогда не услышат, никогда не поймут. He knew that these people will never understand or hear him. У них цель другая. They have different purpose. Но те, которые рядом, народ. But the people around. Он говорил к ним. He spoke to them. Он говорил к ним, к этому народу. Spoke to the people. И вот несколько примеров вам прочитаю, как его старались искушать. And a few examples how people tried to trick him. Эти стригущие. Who are these shearers? Матфея 19:3. Matthew 19:3. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили. Pharisees also came to him, testing him and saying to him. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? Все в законе. Мы с вами изучаем закон, правда? It's all in the law we study, right? Мы с вами Ветхий Завет весь хвост и гриву изучали. We study in the Old Testament. Мы видели, что там написано абсолютно все причины. We saw that all the reasons were given there. По каким можно, по каким нельзя. For which you should or should not. Но они искушали его, чтобы уловить. А, вот ты так сказал. А там написано. They were testing him to catch him out, to say, oh, this is what it says. В другом месте. Other scripture. Это Лука 20:23. Luke 20, verse 20-23. И наблюдая за ним, подослали лукавых людей. Это всегда лукавые люди. So they watched him and sent spies, or not nice people. Которые, притворившись благочестивыми, who pretended to be righteous, уловили бы его в каком-либо слове, that they might seize on his words, чтобы предать его начальству и власти правителям. In order to deliver him to the power and authority of the governor. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты праведно говоришь и учишь, и не смотришь на лицо». Смотрите, какое лукавство, да? And they asked him, saying, «Teacher, we know that you say and teach rightly, and you do not show personal favoritism». Но истинно пути Божьему учишь. But teach the way of God in truth. И дальше. И позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Is it lawful for us to pay taxes to Caesar or not? Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете?» But he perceived their craftiness and said to them, «Why do you test me?» Стригущие, они всегда ищут в человеке неправедный ответ, неправедный поступок, что-то неправильное. Always look in the person some kind of wrongdoing. У них одна цель. They have one purpose. Одна цель — осудить. To condemn. И в этом, при этом, выглядеть справедливыми, они же ищут по закону как? And to look righteous because they seem to be doing it by law. Они же праведные. They're righteous. Вот почему Иисус был безгласен перед ними. That's why Jesus was silent before Что them. Что бы им ни сказать? Whatever he say to them. Бесполезно. It's useless. Они ищут другого. They seek different things. Что разве у Иисуса не было силы, не было власти? Did not Jesus have authority and power? Разве он в одно мгновение не мог осудить им, явить суд Божий на такое лицемерие? Could he not instantly show the judgment of God for such hypocrisy? Сказать такое в свое оправдание, что они бы затрепетали? Say such things to justify himself for them to tremble? Конечно, мог. Of course he could. Но он не оправдывался. But he did not do that. Почему? Why? Бесполезно. It was useless. Перед такими бесполезно оправдываться. It was so useless before such people to justify oneself. Это они себя проявляли. They were showing themselves. Но мне очень нравится, как он отвечал для народа. I like his answers for the people. Он игнорировал все это, но отвечал для народа. He ignored all that and answered for the people. Как это все выглядит в свете закона, в свете истины, чтобы народ знал, потому что народ участвует и не поймет, в чем дело. The way it looks in the light of the law in the eyes of God, and because people see that and they don't understand what's going on. Стригущие всегда уходили с позором. The shearers always left humiliated. От его ответов для народа стригущие всегда уходили недовольные с позором. The shearers always left unsatisfied and humiliated. Как Лука описывает, и не могли уловить его. As Luke describes, they could not catch him on his words. Но стоит начать оправдываться, тебя всегда поймают за слово. But as soon as you justify yourself, you've been caught by, seized by your word. Когда ты начинаешь себя оправдывать, ты пойман. When you start justifying yourself, you're caught. Потому что тебя ловит лукавство. Because hypocrisy catches you out. А когда ты просто следуешь слову Бога, when you're just following God's просто word, следуешь его истине, following his truth, тебя невозможно уловить. You cannot be caught.
Слово Божье имеет такую особенность. The word of God has such quality. Матфея 26:59 говорится. Matthew 26:59 says. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти. Искали лжесвидетельства. The chief priests and elders and all the council sought false testimony against Jesus to put him to death. И не могли найти. They couldn't find. Он не давал им повода. He gave them no reason. Не давайте повода ищущему повода. Do not give reason to those who are looking for a reason. Не пытайтесь себя оправдывать. Do not try to justify yourself. Перед стригущими это бесполезно, запомните. Before the shearers, it's useless. Молитесь за них, просто молитесь. Just pray for them. Итак, потому что если ты обличаешь лукавство, это только ожесточает. For if you're rebuking hypocrisy, it makes them more angry. Когда ты оправдываешься, ты только их ожесточаешь. When you justify yourself, you're making them more angry. Ты никогда не получишь того, что ты хотел бы, чтобы открыть им, чтобы они узнали истину. Это им не надо. You never receive things that you would like to have for them to see the truth. Если ты будешь обличать и оправдываться, if you justify настолько yourself, ожесточишь, что они пойдут местью. Or rebuke, they will make them so angry they'll avenge themselves. Поэтому Иисус был безгласен для них. That's для них. Jesus before them was silent. Он говорил истину. Бог его послал проповедовать истину. He was speaking the truth as God sent him to preach the truth. И он шел путем, как вел его отец. And he was walking the way Father was leading him. Всегда смотрите на Господа. Всегда смотрите вперед. Always look at the Lord. Always look ahead. Не оглядывайтесь на тех, которые будут пытаться вас стричь. Do not look back at those who are trying to shear you. Они все равно сделают свое. Они на то посланы. They'll do their own job, for they've been sent to do that. Но это только польза для нас. But that's a benefit for us. Только польза. Все, что происходит с нами, как нам кажется, негативное, все только польза для нас. All the negativity that seems to happen to us, it's all for our benefit. Вы знаете, что бывает такое ожесточение, какое привело Иисуса Христа на крест. There can be such hardening of hearts that similar to one that brought Jesus to the cross. У этих стригущих было такое ожесточение, что привело на крест убить его, распять, потому что не можем ничего сделать. The shearers were so angry they just wanted to crucify and kill him because they could not do anything about it. То же самое было со Стефаном. Same happened to Stephen. Мы можем сказать, ну Иисус должен был пострадать. We may say Jesus ought to be suffering. Но то же самое было со Стефаном. Same thing happened to Stephen. Они отыскивали негодных людей, которые могли бы клеветать и свидетельствовать плохо. They were looking for bad people who can bring false testimony. Вы помните это место, когда Стефан был исполнен веры, силы. Remember that Stephen was full of faith and power. Совершал великие чудеса, великие знамения в народе. Все бы восхищались тем, что творит Господь через него. Did great wonders and signs among the people, and people were amazed by what God is doing through them. Но некоторые из разных синагог. But some from different synagogues ожесточились против него. Were angry at him. И что они сделали? What did they do? Поискали тех негодных людей, которые могли бы клеветать. They were finding some bad people who can bring false testimony. И они возбудили народ. And they rose the people against him. Посмотрите, возбудили народ. Brought the people against him. Старейшин, книжников, всех собрали. The elders and Pharisees. Схватили Стефана. They caught Stephen. Повели в Синедрион. Brought him to the council. И представили лжесвидетелей. And brought the false testimonies. Которые клеветали. Which were false. Этот человек стоял перед ними и видел Иисуса Христа. This person was standing before them and saw Jesus. Что он говорил? What did he say? Он сказал из Писания, говорит, вот я вижу. He said from the scripture. Сына человеческого, вот он. You see, I see the Son of God. He there is. Написано, лицо его было как лицо ангела. And his face, it says, was like the face of angel. И они видели как лицо ангела, но рвались сердцами, написано. And they saw his face as the face of an angel, but they were so angry. Почему? Why? Потому что уже хотели клеветать. Because they wanted to slander him. Потому что уже были ожесточены, понимаете? Because they were already angry at him. Как мы должны в такой ситуации продолжать оставаться? Чтобы лица наши были как лица ангелов. We need to remain calm in this situation for our face to be like face of angels. Я хочу показать вам эти примеры. I want to show these examples to you. Чтобы мы никогда не ожесточились. For us never to be angry. Потому что у нас бывают такие ситуации в жизни. Because situations like this can happen in our lives. Не одна. Мы живем в этом мире. We live in this world. Нам даны эти примеры. We have these examples. Если внутри нас Господь. If the Lord is within us, он не может быть иначе выглядеть. Он всегда должен светиться из нас в любой ситуации. He always should shine through us in any situation. Когда обвиняют, когда клевещут, когда наговаривают. When we slander, when we accuse. Когда любят. When people love. Всегда пусть лицо ваше будет как лицо ангела. Shall your face always be like a face of angel? Пусть всегда на ваших лицах будет любовь. May love always be on your face. И прощение. Не поддавайтесь
Как Иисус вел, Он показал нам пример. Do not be tricked. As follow Jesus, He showed us an example. Показал. То же самое сделали с Иисусом. Привели негодных людей. Везде написано, привели негодных людей. Клевещут всегда негодные, запомните. They found some bad people to testify against, false testimonies against Jesus as well. И они всегда есть. There are always such people. Привели. И они клеветали. And they were bringing false testimonies. И сказали, что тебе придет, распять? They're saying to crucify. Что, он оправдывался? Did he justify himself? Понимал, что все равно они скажут и сделают свое, что задумали. He understood that they were going to do whatever they planned to do anyway. Поэтому перед стригущими он был безгласен. Therefore he was silent before his shearers. Спросили его, ты сын Божий? Он говорит, я. They asked him, are you the son of God? He said, yes. Ах, ты сказал, что ты сын Божий, распять его. But you said you're the son of God, means crucify him. И правду скажешь. И ничего не скажешь. Or you tell them nothing. Реакция та же. Reaction is the same. Поэтому пред стригущими лучше быть молчаливым. Before the shearers, you should be better silent. Как Пилат ему сказал, почему ты молчишь? Pilate asked him, why are you silent? Разве не моей власти? Is it not in my authority? Тебя отпустить или тебя казнить? To release you or to give you for killing? Он говорит, нет, не в твоей власти. And he said, no, it's not your authority. Если бы отец тебе эту власть не дал, не было бы у тебя такой власти. Unless the father gave you the authority, you don't have it. Нам все от Бога. We all have things верующему from God. Все содействует ко благу, и все нам от Бога. Everything works for good for the believer. It's all coming from God. Хочу, чтобы это поняли. I want us to understand. Хочу, that. Чтобы вы были подобны Сыну человеческому. I want you to be like the Son of God. Лжесвидетельство – это признак озлобления. False testimony is a sign of bitterness. Лукавого человека. Of a hypocritical person. Который был обличен. Who was rebuked. Эти фарисеи все время ходили рядом. И святость Иисуса, и слова Иисуса их обличали. The Pharisees were always around Jesus, and His holiness and words always rebuked them. Вы несчастные люди, если вы никого не обличаете. You are poor people if you do not rebuke anyone. Если ваше присутствие никого не обличает, вы несчастные люди. Я не могу назвать вас верующим, светом не могу назвать. If your existence doesn't rebuke people, I cannot call you Christians or light if you're not rebuking anyone. Иисус сказал об этом. Jesus said that. Горе вам, если вас все любят в этом мире. Woe to you if people in this world, all people in this world, love you. Потому что они любят свое. Because they love their own. Но если вас ненавидят не за то, что вы зло делаете. But if you've been hated, not because you do bad things. А за то, что вы хотите быть честными, праведными. Because you want to be honest. Тогда вы воистину свет. Then you're truly light. Потому что свет всегда светит на тьму, и тараканы разбегаются. Light always shines and brings light to the darkness. Горе вам, если вы никого не обличаете сами собой, своим поведением. Woe to you if you don't rebuke anyone with your behavior. Своей святостью, своей праведностью. Your holiness and righteousness. Вот все, которые ходили вокруг Иисуса, делились на группы. All those people around Jesus were divided into groups. Одни шли за светом. Some followed the light. Другие ожесточались из-за света. Other ones were bitter because of the light. Самое интересное, что обличало и то, и тех, и тех. Light was shining both. Слово Бога обличало и тех, и тех. The word of God was rebuking both. Оно, потому что все мы согрешили, правда? Because we all have sinned, right? И всех нас Слово Божье обличает. The word of God rebukes us all. Но одни увидели обличение и поправились. But some saw the rebuke and got corrected. Приняли это как благодать. And accepted that as grace. А другие услышали обличение, ожесточились. And some heard the rebuke and were hardened. И пошли сражаться с обличением. Went to attack the one who rebuked them. Если обличить искреннего человека, if you rebuke a sincere person, он покается. He will repent. Потому что искренность и чистота у него даже в намерениях. Because sincerity and purity is in the intention. Ну так случилось, что-то получилось, но он в намерениях чист. So things happen, mistake happened, but the intentions is pure. Искреннему человеку важно быть праведным. Sincere person wants to be righteous. А лукавому важно, чтобы о нем думали, что он праведный. But a hypocritical person wants for other people to think he's righteous. Говорили, что он праведный. People to say that he's righteous. Я вам хочу сказать, что Иисус Христос – это свет. Jesus Christ is light. Освещающий. That shines. Не скрывайте себя от него. Идите к свету. Do not hide from him. Go towards the light. Чтобы быть обличаемыми, идите к свету. For you to be rebuked by the light, go towards the light. Становитесь от него светом. And become light because of him. Потому что те, которые стоят перед светом, наполняются этим светом. Those who stand before the light are being filled with the light. И уже несут его другим. And bring it to others. Так же, как и Моисей постоял в присутствии Бога и светился. Just as Moses was in the presence of God, he was shining. Так же, как фосфор. Подержишь возле света, потом в темноту поставишь, он горит. It's like phosphorus. You put it next to the light and it's shining in the darkness. И мы с вами
мои хорошие, должны быть вот так, стоять пред Господом, наполняться Его светом и нести в дом свой, в мир. Like, my dear, we need to be like this. We need to be stand before God, be filled with His light and carry it into the world. Итак, мы видим, что для искренних это благодать. So we see for those who are sincere, it is grace. Для восстановления, обличение для восстановления. Rebuke for restoration. А для лукавых, для падения. And for the hypocrites, it's a fall. Об этом сказал еще Симон, который благословлял Иисуса Христа младенцем. Simon, who blessed Jesus as a baby, said that. Посмотрите, как написано в Луки 2:34-35. As we find in Luke 2, verse 34-35. Когда Симон благословил Марию, матерь его. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother. Он сказал: «Се лежит на падение». Behold, this child is destined for the fall и на восстание and rising в Израиле. Of many in Israel. Почему нападение? Это же Иисус Христос. Why fall? But He's Jesus. Да. Yes. Нападение для некоторых. Fall for some. И на восстание многим. And for rising of many. И предмет притыканий. For a sign which will be spoken многие against. Многие приткнулись о него. Some were stumbled against him. А его праведность, потому что не узнали. Because they didn't recognize. Даже закона не узнали. They did not recognize the law. Исполнение закона не узнали. They did not recognize the fulfillment of the law. И тебе самое оружие пройдет душу. Yes, a sword will pierce through your own soul. Да откроются помышления многих сердец. That the thoughts of many hearts may be revealed. Вот что происходит при свете. Открывается помышление многих сердец. That's what happens at the light. The thoughts of many people are revealed. Также Иуда. Он был среди 12. Just like Judas, he was among the 12. Среди 12. Among the 12. Ходил рядом с Иисусом Христом. He was walking next to Jesus. И все время был обличаем. Always was rebuked. Постоянно, потому что Иисус есть свет. Because Jesus is light. Как он все время обличал Петра? Мы читаем, как он говорит: Петр, we read all this, это не так. Вы подумали сейчас неправильно. Все время. Jesus was rebuking Peter and to other disciples, saying, "You did not think correctly. You didn't do things correctly." А сделало ли это Иуду лучше? Сделало? Did it make Judas any better? Сделало Иуду святым? Did it make Judas holy? Рядом с Иисусом жить? To live next to Jesus? Рядом с Иисусом ходить? Walk next to Jesus? Кушать с ним, спать рядом? To eat with him, to sleep next to him? Это удивительно. It's amazing. Знаете, некоторые говорят: вот. Не покаялся человек, потому что плохой пастор, плохой учитель. Some people say the person did not repent because the pastor or teacher are bad ones. Был бы хороший пастор или учитель, этот человек бы покаялся. If there was a bad pastor, if there was a better pastor or a better teacher, the person will repent. Я вам скажу, что это не зависит от этого. It doesn't really depend. Вот как хорошо сказали, я просто записала слова не мои. These are words not mine, just recorded them. Мне они очень понравились. I like them. Иуда имел самого лучшего пастора. Judas had the best pastor. Самого лучшего лидера. The best leader. Самого лучшего учителя. Had the best teacher. Самого мудрого и лучшего друга. Had the wisest and best friend. Но он потерпел крах. But he still had a crash. Проблема не в лидерстве. The problem is not in the leader. Пасторе или церкви. Pastor or the church. Которую ты посещаешь. That you go. Если твой характер и твое отношение не изменится, if your character and your attitude do not change, ты всегда останешься таким, как и прежде. You will always remain the same. Понимаете? Зависит это не от того, кто тебя учит, it а от того, как ты учишься. Who is teaching you, but how you're learning. Помните, как однажды мне Бог сказал: я с тебя спрошу о том, как ты учишь и чему ты учишь. God told me, I'm going to ask you how you teach and what do you teach. А с них я спрошу, как они учатся и чему научились. From them, how did they learn and what have they learned? Так почему же Иуда все-таки ходил с ним рядом? So why вы не задумывались над этим? Was Judas with them and always together with them? What do you think? Мы с вами все время читаем, что он был недоволен. We read that he was constantly not happy. Он все время ворчал, бурчал, ему не нравилось. Почему он ходил? Да уходи. Angry, discontent, but he could leave. Нет, он все время был рядом. He was always next to them. А вы знаете, все ожидали, что он будет царем. Because everyone expected Jesus to be king. Никто не понимал, что царство его не от мира сего, хоть он и говорил. Nobody could understand that his kingdom not of this world, although he said that. Но все ожидали, что он войдет в Иерусалим и воссядет царствовать. People expected for him to enter Jerusalem and to sit on as a king. Представляете, какая привилегия была у 12 учеников? Can you imagine the privilege of 12 disciples? Когда Иисус говорил им, что и вы воссядете на престолах рядом со мной, на престолах. Jesus said, you will sit on the thrones next to me. А что он говорил в покебытии, это уже было не услышано. The fact he said it about the eternity, they couldn't really hear it. И поэтому Иуда все время ходил рядом, он боялся потерять вот это материальное.
Judas was always next to Jesus because he didn't want to lose these material things. Он не искал духовного, материальное. He did not seek spiritual things. И когда он увидел, что материально ничего не получается, when he realized he couldn't get anything in this material world, тогда он подумал, хоть на этом заработаю, продам его. And then at least I sell him and I'll earn some money. 30 серебряников заработаю. 30 silver pieces. Вот так бывает, мои дорогие. That can happen. Что продают за 30 серебряников. Been sold for 30 pieces. Иисуса Христа. Sell Jesus for 30 pieces. Мои хорошие. Но Иисус нам такой чудный пример. But Jesus gave us such a wonderful example. Как он себя вел даже в этой ситуации, в любой ситуации. How did he behave in this situation or any situation? В любой ситуации мы должны оставаться светом. In any situation we must remain light. Ничего не должно нас выводить. Nothing should shake us off. Из состояния праведности. And remove us from the state of righteousness. Из состояния любви. A state of love. Понимаете, ничего не должно. Никто nothing. Нас не должен смущать. Nothing can confuse us. Я понимаю, что нас иногда может возмутить поведение кого-либо. Sometimes we may not be happy with someone's behavior. Но даже возмущаясь, не теряйте мира. But even when you're confused, do not lose your peace. Не теряйте любви. Do not lose love. Пусть Христос всегда будет перед вашими глазами. May Christ always stand before you. Как он встречался с любыми трудностями. The way he came across any difficulties. Научитесь от него. Learn from him. Встречаться также с трудностями. Do the same thing with difficulties. Как он проходил. The way he was как walking through. Как он шел. The way he was going. Потому что он сказал, следуйте за мною. He said, follow me. Кто хочет быть там, где я, следуйте за мною. If you want to be where I am, follow me. И если мы будем следовать за ним, if we follow him, мы будем преображаться из образа в образ, transform from image to image, из святости в святость, from holiness to holiness, пока не придем в его образ, в его облик, until we come into his image, то есть облачимся, облечимся в него, we'll be clothed in him, чтобы увидели в каждом из вас for everyone Иисуса to see Христа. Jesus in you. Я очень верю в пробуждение. I really believe in revival. Даже не сомневаюсь в том, что оно будет. No doubt that it's coming. Что бы ни говорилось и ни творилось в этом мире, whatever this world happens, Бог силен в мгновение, как Он поменял этот мир в одно мгновение. God can turn things in one moment. Он силен обернуть все. He can change everything. Так, как даже этот мир не ожидает. Just the way this world doesn't expect. Но церковь должна быть готова. Church must be ready. Церковь должна быть готова к тому, Church чтобы встретить народ, must be ready to meet people, который придет, who will come, чтобы никто не столкнулся, не смутился. For nobody will be stumbled. С чем столкнулся, знаете? Stumbled against what? С характером. With a character. Вот этого не должно быть. That should not happen. У нас должен быть характер Иисуса Христа. We should have a character of Jesus Christ in us. А если вы не умрете, вы останетесь с вашими характерами. And if you don't die, you remain with your character. И если придут из этого мира, and if people come from this world, они придут колючие, and they will find they will be quite prickly, необтесанные, not very sharp, и столкнутся в церкви с необтесанными колючими, and meet other prickly and not very sharp people in church, останутся ли они здесь? Will they remain here? Мои хорошие. My dear, насколько мы должны приготовиться? We must be prepared. Насколько мы должны измениться? We must be changed so much. Итак, я предлагаю нам so I'm offering you подумать над своим характером, think about your character, поменяться, change, быть кроткими и смиренными, be humble and meek, сердцем, сердцем, with your heart, идти так, как Он идет, to go as he как was walking, о Нем говорилось. Во-первых, добровольно. Said about him willingly. Во-вторых, перед стригущими. Быть безгласными. And be silent before shearers. Когда к вам подходят с ножницами, when people come to you with scissors, очень прошу вас, I'm asking you, вспомните об Иисусе Христе. Remember Jesus. Вспомните. Remember. Что вас сейчас будут стричь, they will be sheared, но у вас есть такой Господь пример, but you have such an example и вы хотите of your Lord, быть Ему подобным. You want to be like Him. Не оправдывайтесь, не обижайте взамен. Do not justify us yourself or offend others. Просто поднимите ручки ваши к небесам, глазки ваши к Иисусу. Raise your hands to Jesus and eyes to the Lord. Сердечки ваши откройте для Духа Божьего. Open your hearts for the Spirit of God. И помолитесь лучше внутри. And pray inside. Сохранитесь. Be safe. В любви и в мире. In love and peace. Я вас благословляю, I'm blessing you, мои дорогие. My dear.